Выбрать нового мэра до истечения полномочий действующего не получится. Значит, Вячеслав Двораковский может руководить городом и после 11 июля, когда у него заканчиваются полномочия. Члены комиссии по отбору кандидатов на пост городоначальника пока не определились с датой нового конкурса. Обсудить ее собираются на следующем заседании комиссии 14 июня. А до 16 мая будут принимать предложения по изменению самой процедуры отбора претендентов на должность руководителя города. В частности, срок подачи документов для кандидатов может быть увеличен до 30 дней. Руководитель фракции ЛДПР Алексей Ложкин предлагал сразу назначить новый конкурс на 2 октября, чтобы нового мэра выбирали новые депутаты горсовета. Однако это предложение поддержано не было. Решение отложить новый конкурс председатель комиссии Сергей Тодоров объяснил весьма абстрактно. В целом готовность ситуации. Не комиссия, ситуация. В целом. Нет, ну я вниз, почему? Город всегда готов, и кандидатуры есть. Весь процесс нужно весь объединить, чтобы он был качественным.